За последние полгода ямальцы отдали мошенникам порядка 100 миллионов рублей. От действий аферистов пострадали сотни человек. За 6 месяцев зарегистрировано более 1200 преступлений, что на 400 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тревожные цифры озвучили в пресс-службе Ямальского управления МВД. Несмотря на многочисленные предупреждения, ямальцы продолжают охотно верить лжесотрудникам банков и псевдоцелителям. В связи с этим в правоохранительном ведомстве заявили, 6 июля в рамках мероприятия «Мошенник» начнется поквартирный обход. Полицейские подробно будут рассказывать о наиболее распространенных видах обмана и о том, как избежать встречи с аферистами. Стражи порядка просят не пугаться, если к вам домой придут люди в погонах.